не спрятались тупо. Метку на центр отнесли, все стоят слева, как будто так. Перед притяжкой вы должны стоять так, чтобы ваша фигурка была спрятана за центром, ну, за глыбой. Полумесяца, да, чтобы вы да. Заранее полумесяца. Иначе вас притянет. Такого не должно быть. Джованни, 7 стонов. Ага. Магрон. Есть Дживс у кого-то, Дживс. Есть Дживс. Йоль, Медвей, я ластаю, потом ухожу. Ну я понял. Йоль, поставь Дживс. Спасибо. Дживс справа. Там вон мамонт стоит, или вам Рэгги. Куда ты уходишь? Надо же убивать. Безработно. Он предупреждал. По-любому шашлыки. Нет. Я пока ничего. Лу. Он на замене у тебя есть, вроде чебурлоу, чулан еще. Доберете. Все готовы, отлично. Счет на пол. Кушаем уже. Чуть-чуть он не ездит. Сходим на рейдинг. Я слагала, сори. Где насчет воде? Отворачивай. Бьем. Потом поставишь. Еще чуть доверни ка. Ох, как меня кинуло. Угу, еще. Так. Дыхание. Чуть-чуть подойдите, чтобы дальше, дольше не лететь к боссу на притяжке. Кстати, скидывайте. Еще ближе станет. Бежали. Готовимся, воздушная фаза. Чопс, Клыкач, господин Боку с маленьким Му. Распределились. Отлично. По центру чуть правее. По центру. Им же правее. Там повезло. Справа. Далеко. Далеко надо прятаться за глыбу. Вышло. Справа, вся, там же. Вся фигура. Готовимся разбивать. Разбили. Быстрее разбиваем глыбы. Чуть-чуть к нам поверни еще. Притяжка скоро подходить поближе. Притяжка. Бежали. Завтра нет. Мастер Аур прожрал. Я улетит, обновляйте доты. Доты развешивай. 5 секунд взлёт, обновляйте. Воздушная, готовимся. Клинит Медвей, Элемент Про, Твинси, Мастерал. Еще один направо. Направо еще один. Отойди, череп. Да, как обычно. Хочу убить уже и пойти. Прячемся. Стаки, стаки, да? Опа. Далее, но аккуратнее надо. Мосса даже был. Вторая смерть. СС Пимша. Был. Уже отстал. Джованни, Пимш, аккуратней. Разбили глыбы. Мосса, давай БС сразу. Пробафали друида.
Вокрус, 10 стаков. Какого хрена? Бежали. Молодец. Зеленки не было, Бог. Дали на то, на этот, как его, Берево. Следим за стаками. Пробав Вокруса. Воздушная фаза. Чоп, Скалкач, Мульти, Маленький Му, Вента. Вышли. Далее на прохил, он все взорвано. Она, по-моему... Справа близко. Далее следи за освобожденкой. Я тебя не успею. Простите. Справа. Вента, как выйдешь с глыбы, потом бернишь ее. Твинти. Слева близко. Слева сейчас близко. Элементно. Там до хера кого. Разбили глыбы. Быстрее. Центральную разбили, а то он сейчас сдохнет нахрен. Похил. Вента, БР, Твинси. Господин БР, маленький му. Бегом. КД, КД. Вента, КД. Блять. А у тебя этот СС не было? Сколько КД у Йента? Блин, не вижу у него КД. У него нету КД, откуда у него КД? Тоже ищу, блядь, еще его нету. Йента, сколько у тебя КД? Если нету КД, БР Твинти, быстрее. Дык-дымыч налево. КД 9 минут. Откуда? Блядь, это ложимся. Они 4 хила не затянут. А куда можно было слить БР без команды? Так его... Не знаю, там нету КД у нас. Его нету КД. Не показывает аддон. Если бы он отдал БР, нам бы показало. Он пошутил, наверное. Далин настакал 23 стака таинственный. Да, я поэтому не слакала. Да, я из-за Далина, я испугалась за него. Я смотрю, у него столько стак. А что там пугаться? Там просто они стопают хил и все. Что там пугаться, если Далина убил ответка, он потом встал ССом, его убила глыба, нахуй. Все нормально. Я позже начислю тебя. Если что, чуть-чуть напомню. Просто внимательней, ладно. Пора начинать ГП. Все, с этого трая буду ГП начислять. Надоедайте. Чебурлол тут нет. Да, да, нет, нет, быстрее. Не ДД. Где этот? Ша я его найду. Чула. Цапрут есть? Господин говорит, что в Астрале. Да, спрот. Виталий, слышишь? Ау. Ты снимательный. Это анонсы, когда на Дальне будет освобожденка. Ну, хотя больше 4 стаков. Хорошо? Мне надо прокликать и не буду видеть, если я так. Я скажу ему. Так, а что, у меня аддон что-то... Ничего ДБМ не показывает, на кого вешается. Что за фигня? Чем меня ранит этот, как вот, игнорит, я не пойму. Он всех игнорит. Не, погоди. Он на БГ, он не отвечает никогда. Ну да, тем более он может залов играть, если залов, я так уже понял, ты пишешь. Да я ему пишу, ты... нормально. Он тебе не может, такое тоже может быть. А ты вроде метки должен аддоном устанавливать на ком этот, освобожденка. У меня метка стоит, что он должен устанавливать. У него ДБМа нет. Да не, ДБМ рейд лидера должен устанавливать. Если ДБМа нет, а дебафы что? Как, не посмотреть? Ну, дебафы другим снимаются, декурсив, или как он там. Причем тут, но она не про это говорит. Вот есть циферка такая, 4, где категория у вас написана. Вот там слева от нее будут вешаться дебафы.
Можно навести туда мышкой, перчатка такая. То бишь без ДБМ она показывается тоже? Ну, конечно. Да. Интересно. Нахер он тогда нужен? Вон где холотрона у тебя висит, вот там все дебафы будут складываться. Когда 4 показывается, то все равно. ДБМ это просто вспомогательная программа для себя самого. Че, лопасос ударился в БГ, что ли? Да, он и был на БГ помешан. БГ это зло. Не, просто можно для ПВП, а там, по ходу дела, за рангом погоня. Оу. У него уже максимальный, так что не в погоне. В смысле, сколько еще вайпов? А, трайв? Ну, блядь, нормально еще будет. Сегодня пока не убьем, какие нахрен трайм. Шо, вы пока добираете, да? Да. Если шо, погромче крикни, я тут на кухню поднесутся. Прожму парочку этих. 5 минут. На 5 минут у вас есть перекур. Чебурлол тут. Чебурлол тут, нет? Писал Гильдей, что тут, а так я не знаю. Да, вот. О, у тебя все нормально с интернетом? Отлично, на Синдруле чай идешь. Как хил. О! Пусть в холле будет. Это респект, это примерно символами. До хренища времени. Минут 10-15. Ну ничего. Тыкни слева. Потом я ему подскажу, как перебьется, да и все. Будет хил. Точнее, абсорбить. Тыкните слева. Маг он ставит в этот. Видите, Лео уже сделал волка, и вроде от притяжки не дохнет, но... Бутеры. Дохнет. Бутеры вам ставит маг. Тыкните, пожалуйста. А ты сказал перекур, и походу половина людей уже вот ушла, не? Ну так ты-то тут. Это, слышь, мистер, а тебе ж тут ничего, наверное, загара не надо. Зашел бы до Ршама похили. Без Ршама вообще тяжко. И что-то тебе тут надо. Ему Глора нужна. Мне не нужна. Касать ГПС говно лутать. Сейчас листо ветра, это классно, я всего раз освобожден там была. Ну как, обратно сдохла? Думаю, может танк аспект перебить играть. А зачем? Че, некому на Ршаму перезайти, да, уже в танк. Ребят? М? Некому на Ршаму перезайти, кому Синдра не нужна. Нет, Джованни, ты еще бы этот, в ДЦ, в 5 хилов пойдем. Ой, в холик. Он не в ДЦ, он в холик. В холик, да. Не, похилишь. Потом после рейда я тебе этот... перебьем с тобой на ДЦ спек. И нормально будет. Ахуй. Сейчас 9 минут. Ну ничего.
Так, перерыв закончился, чек на ФК. Чебурвол, знаешь тактику на синдру? Отлично. Рыбку поставил. Стоит. Ну так я поставил. Кто второй тайм? Войт. Да, господин, есть. Обмен кинь. Прыгай слева. Да, господин. Я тоже хочу, не госпожа. Госпожа, твинитик. СС также же скидываем, ребят. Пивша посмотрел, что делать. Давайте чек на готовность. Еще раз. Мистерлайл, Войд, The Doom. Давайте, отлипаем. Что ты хочешь? Я тут. Рыбу кушай. Чтоб ты рот освободил. Не могу. Люблю, когда я рот занят. Все, стопнули флот, все готовы, отчет на пол. Штрудили, кушаем. Хилы прохиливаем рейд. Желание мост аккуратнее, освобожденка моста. Подбежали. Пишем. Воздушная фаза. Готовимся. Турбойст, Мидвей, Лу, Далин, Моса. Отлично. Прячемся. Мастер, поговори. С какой стороны? Центр. Лево прохил. Центр. Справа, близко. Разбили. Разбили глыбы. Быстрее. Дайте то есть фридом на следующей все-таки, пожалуйста. А, забыл. Хорошо. Блять, лагаю. Ой, ты слишком... Так. Тяжко? Нет, не было. Все, отлагал, отлично. Бежали. Да я залагал. Ну, господин, ну как так? БР у кого есть? Это кто бы вернул? Да. Воздушная фаза. Фридом.
Чебурлол, Мастерал, Войд, Клинит, Пимша. Вышли. Низ, блядь. Вышли, 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 беги. Отходите от него. Блядь. Самим надо быть. Убегать справа. Слева далеко. А вы не заливайте. По центру. Я тут, кстати, в клыбе держу. Там что им можно не найти. Слева. Ну, господа, гиппе. Быстрее глыбы разлили. Багровый, ты в глыбе? Блядь. Я что-то сыграла. Уводи, 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 уводи. Да там глыб до хрена было, уводи. Остальные глыбы разлили, бегу вам. Не успеваем, там быстрее. Уже... Бегли. Сказано, далеко не убегать. Задом на тебе было? На Пимше. На Пимше. Но видно было, как он бежал, все, ну, кто по резьбе чуть отошли. Тут суть в том, кто, короче, поумнее, должен подальше держаться к стенке. Те, кто так больше слакает, пусть по центру, чтобы сбегались. Снимай диван, масс-рез. Не вообще, он в санвалах побывал. На тебе какая метка, ты туда и должен встать, ту глыбу. На тебе ромбик, ты в ромбик должен встать, и без амон. Если они будут еще так искать, сейчас они вообще умрут, блядь, все. Но... Но поэтому говорю, по резьбе стойте по бокам, кто там больше слакает, пусть по центру все. Обычно ж как, все сбегаются с центра. Видно, что те, кто по резьбе, они сбоку стоят, чтобы сразу точки дальние занять. Хорошо, кто слепой, если... либо нету аддонов и не видит, что на нем метка в дебафах, блядь, висит. Мастер, если мы все отойдем наверх лестницы, а первое это упадет на ступеньки, что потом делать? Человеку просто нужно быстрее реагировать, если на нем метка, а не стоять, тормозить. Когда фазы, вы можете разбрестись вот сюда. Кинулись метки, сразу поднялись наверх. Все, в чем проблема? Они, зачем сразу берете вот сюда? Ваш что, тут дамаг не пробьет или что? Это первый прослаг, Пимшин. На следующее, ребят, идет сотка. Человек как первый раз, я ему дал половину. Последующий уже будет сотка, Пимшин. Так, давайте отлипаем. Рыбы у меня осталось 3 штуки. Больше рыб у меня нету. Стоим на лестницу на воздушной фазе, вообще не забегайте. 5 меток я сказал, значит в этот... те разбежались по меткам, по вот этим 5. То есть трусы, ромбик, луна, крест, квадрат. Все, разбежались. Остальные отошли, вот. Где звезда сейчас прыгает? На такое расстояние. Это достаточно. Чек на готовность. Если уже такая ситуация, там видите, что вам далеко бежать, выбегите вперед, уже что мы говорили. Не они успевайте самые... бежать до свободной метки. Выбегайте через метки вот так вот вперед. Так, чек, все там готовы? Все вроде. Чет на пол. Вот так вот вперед выбежали. Дальше отметок. Все, никаких проблем нету. Сели, кушаем. Портал Локти, надеюсь, не забыли поставить? Ну, ничего. Готовимся, притяжка через 10 секунд. А, нихуя. Бежали. Ага. А, нормально, нормально. Это воздушная фаза, готовимся, на лестницу бегаем. 5 меток, медведь, желание, мосса, шредер, венты. А ладно, уже не надо. Куда ты убежал, сова? Нормально. Пускай лучше вперед.
Нормально он убежал. Да, пусть. Главное, ставится. Что не заморозил. Так, слагал, сори. Полиси фридом дайте, но он не переходит. Кое-что сказать. Там тайминги теперь сбились. Ну ничего, тайминги также откатятся. Они всегда сбиваются. Первый тайминг всегда сбивается. Аккуратно не убейте. Центральный побей. Били. Убили глыбы быстрее. Моса, Чебурлол, Твинси, аккуратно. А, блядь. С притяжка будет. Бежали. Мастер аут отдал. Не забегаем на лестницу, отучайтесь от этой привычки. Void, Midway, Elementro, Shredder, Venta. Прячемся. Левую, крайнюю, побейте, и центральную. Разбили. Желание Чебурлол, на вас освобожденка, если что. Побежали. Так, дашь по Джованни, Чебурлол дашь по господину, уже давай. Аккуратненько не слакаем. Мос, давай по Джованни. Джованни встали, пробафали. Воздушная фаза. Фридом. Прохил рейда. Элемент прочего. Пимша, господин, вышли. Ты смотри, где свободный слот, туда и ставь. По центру близко. Слева. По центру близко. Левую крайнюю побей. Разбили глыбы. Далин, аккуратно. Да, Далин, Джованни, аккуратней. Освобожденка. Скоро вторая фаза. Уже вторая. Сента как-то. Господин налево. РДД играет чисто в босса. Освобожденка, чекай.
Следующая глыба на центр. Центр чуть-чуть отходим. Пимша на центр. Пимша в центр. Звезду, звезду, Пимша. Бегите от него, бегите от него. Лично, спрятались. Мастер аура дал. Не убивайте глыбу раньше времени. Так, главное глыба. Разбили глыбу. Лишники разбили глыбу. Быстрее, на танке. Войт, прожмись. Уже. Вента на центр. С центра отошли. Там сейчас приз какой-то стоит, да, лок? Блять, ну уйди ты, ну ты чё тупишь? Тише, тише. Так, Далин, есть БР, БР в этот, Войда, быстрее. Бокус налево, Войда пробав. Лишники, этот, били. Следующий на центр. Чебурлол на центр, бегом! Спрятались за глыбой. Спрятались. Алиса, дай прожимку. Я уже отдавала. Кстати, снимайте. Есть еще БР, ATU налево. Сколько там процентов? 16. Ой, сколько этот, ХП? Сняли метку. Хорош там кастовать эту хуйню. Двиньте на центр. Есть БР, дайте по этот, по войду БР, бегом. Да нет. Далин, аккуратней. Сейчас притяжку. Кошкин на центр. Центр, центр, брат. А, пиздец. Да, все тут. Давай, ложимся. Теперь не полтора минуты. Сейчас мы накидаем. Муж, заморозься. Мод, Джованни, спекнуть в ШП. Он что есть, что его нет. Что вы ищете проблемы? Хорош, хорош. Ищи проблем, мастер. По 6 человек получают на переходке кучу урона, стакают кучу стаков и не выносят на, там нормально метки. И тут сразу хилы виноват. Нет, Джованни не виноват. А что на переход? Я понимаю, что он не виноват, но я все-таки в шоп ДПС. Да, гоняли там танков, все верно. Я не успела возложение дать. Там будет уровень в 2 раза. Давайте там проблема есть двух человек, которых я тут вижу, но я не хочу их озвучивать. Это, блядь, Пимша, раз. И я. Не-не. И где-то это еще один был чел. Господин, либо Вент, я не помню. Ты знаешь, я тут в первый раз и гораздо больше раз слакал, поэтому... Так, еще кто у нас сдох, я не помню. И элемент прочего, так постоянно, я не знаю, что там. Ну, лево-то лево. Ну, лево сейчас на этот, вроде не косячит и все заебись. Ну, ловит бомбы, все умирает. С кем-то он там на стороне поигрывает, то обычно постоянно онлайн был, сейчас не видать. Сто пудов там какой-то гильдия притесался чужой. Да, лево? Нам нужен Ршам, чтобы хотя бы орешки висели на том же войде, пока я не могу прохилить, чтобы кто-то пасисть. Нет Ршама. Или ходки накидывают, да? Да. А там, знаешь, у меня такое ощущение, что вот вы когда стоите за этой глыбой, которая по центру, вы не достаете. Или просто ходки не кидаете. Я выбегаю. Да. Нет, самый прикол это как от Пимша. Все поняли, что надо бежать дальше. Пимша, на второй фазе, смотри, говорю, или налево, если налево, то значит ник твой, то ты убегаешь в печеньку, если на центр, то ты убегаешь чисто в звезду. Я понимаю, там первые разы, все дела, но вы хоть понимаете эту вещь, что за каждый косяк вы просто тратите наш...
Тратите время, получаете ГП, потом просто будете плакаться, что ну, просто основную мысль держите, что вы тратите чужое время. Вы именно вы вот косячите и тратите чужое время. Нет, это мотивация голову. Не работает. Люди человек никогда не уважают. Может, стыдно станет. Есть такие, которые работают. Не, на самом деле, видите, как все поняли самое главное. На Пимше была метка, и все от него отбежали. А не то, что он даже от нас. Это ж гораздо сплоченнее. Не должно так работать. Кушаем еду. Люди, которые тупят, у нас обычно, которые были вагонами, сразу умирали в начале трая и все. Ну, понял, что делать на первой фазе. Ничего, я сам на лов тоже положил так с меточкой, причем всех именно. Еще раз чек на готовность. Господин тут нет. Че он? Он вообще давно говорил, что у него лаз. Ну, ФПС, а ты этот, как его? Юзаешь форму? Походный облик, господин. Ну, не знаю. Ладно, все готовы? Старайся. Отчет на пол. Чуть ближе в этот встаньте. Вас притянет, у вас будет время этот, быстрее отбежать. Кушаем. Мне кажется, ли эта звезда слишком близко стоит? Нормально. Нет, стоит. Это плохо. Потому что она раскинулась, когда Твися вынесла отметку. Брулок, Колбой, Сдалин, Пимша. Освобожденки. Сдалин, можешь посмотреть свои дебаты? Или кто там интересовался? Правильно, правильно. Нужно те говорить, кто слакает. Ну, напоминать. Не то, что просто. Слышь, пацаны, кто мне 900 голда должен? Обжигающий холод, отбежали. Кому ты должен? Стопнули лишний нахрен флут. Воздушная нет, фаза, готовимся. Шреддер, Войд, Мидвей, Пимша, господин. Пимша, давай, не можешь беги чуть дальше всех. Задум, братан, ты чё ливнул-то с гильдии? Может помолчишь? Так кто был? Бля, выхожу, извиняюсь. Тихо. Прячемся. Шесть человек получили урон от этой хуйни. Вот когда это будет заканчиваться? Какое хуй? Разбили глобы. Бэра есть? Нет, у всех КД. Секунду, Чебурлол. Чебурлол, Бэйр за дома, бегом. Моса 2 секунды. Отлично, прохил за дома, пробав за дома. Таков много не набираем. Ребят, не забываем этот прятаться на воздушке. От вас ничего не требуется, кроме спрятаться и чуть-чуть подамажить по глыбам. Побежали. У Мосса есть. Мосса Бернишь. Джованни. А еще канает СС на него кидать, пока дух не исчез. Он встает камнем. Че, ты, бля, все лагают? Нет. Мастерал, Чебурлол, Твинти, господин Вента, вышли. По центру. Слева да близко. По центру чуть левее. Смотрите, сейчас. Центральную сейчас убьете слева. Прячемся. Ой, блядь. Да не хватает. Может успею сейчас повешу СС на него. Если успеешь, он не вешается на него.
Лео, встать можешь? У кого еще БР есть? Лео подняли... Лео прохил. Пробав шамана, пробав креста, быстрее. Че, СС-ом встал? Не знаю, всех хлят. Блять. У кого-то телепорт пропал. Вот, бежали. Дай этот прожимку, отлично. Господи. Помилуй. Он говорит, что я до него доколпался, блядь. Да нет, вот там другая проблема. Воздушная фаза. Лежи. Войд, мастерал, пимша, мульти, бокрус, вышли. Блять, смешно наблюдать, как его раздатись не мог. По центру. Аккуратно дымажим по глыбам. Слева близко. По центру. Справа близко. Разбили глыбы. Быстро. Дали нам Берриз, да? Да. Берриз звонит. Вторая фаза. Пробаф его сразу. Прохилься. Так, я налево, ага. Вижу, вижу. Прохил! Милишники по глыбам, РДД в босса. Видом по ней. Лу на центр. Входим в центр. Входи с центра, лок. Лок клинит. Прячемся за глыбой, бегом. Есть ШВ? Да. Отлично, разбили глыбу. РДД по боссу. Моса налево. Вот сейчас я не знаю, что я. У меня мут просто уже. Гурский на центр. Гурский на центр. Прохил, Идите от центра. Прячьтесь. Нет, не прячемся. А еще рано. Маленький мут тоже на центр. На центр. С центра отошли. Да я его хилила, у него 2к хп и нихуя не захота. Мультигим на хп. Твин центр. Бейте глыбы быстрее. Шредер налево. Отошли от босса, отошли. Отлично. Бокрус на центр. БР есть, турбо БР. Нет. Бейте, боссы, оттуда. Бейте, бейте. Милики, метку. Милики, по меткам играем быстрее. РДД чисто в босса. Сколько лямов? 6. 11%. Клинит. Да. После притяжки. Давай. Клинит умер. Я сейчас притяг.
Следующая на центр. Не успеет, наверное. Умерла. Я вижу. Каплю отдашь на меня, скажу куда. Давай, Геру. Горский налево. Играем чисто в босса. Давай по мне каплю. Отдошли. ШВ есть? Да, я дам. Кем на стаке, мне пофиг, я пробую. Добиваем босса. The Dom, Касти, Касти, The Dom. Я же так это делал. Все, суицид, суицид уже, Касти. Давай. Галактика, галактика. Давай, давай, The Dom. Стопнули нахуй флот. Добиваем. Да кастите все уже, кастите освобожденку. Мне это не принесло. Добиваем, быстрее, 1% вышел. Бля, чё я квест делал? Вы чё, блин, охерели там? Ещё и клык упал. Фу, я молодец. А лимон ушёл. Так. Все, кто сделал квест, возьмите в боссе. Встаем. Почему нам всегда везет? Почему нам всегда всегда везет нас? Да рез, дайте, бля, чё вы галдите? Мас, рез, алё, чё стоим? Бой. Откуда бой? Ну, глыба, наверное. Шреддер с глыбой дерется. А, так её надо убить. Массовое воскрешение и так дают уже. Не, угу, всё. Давай. Короче, чё, у того же Джованни проблема, там элементарно, на таких надо как он вешать эти, чтоб он чанты делал на сапоги для скорости бега, он вообще не справляется, у него вообще, по-моему, там просто чанты. Мозг включить за столько траев, блядь, ну что, уже, блядь, мило сообразить. Что и как? Там сложно. Не забудь собрать с босс. Вообще инжа надо, блин, ему, я ему сколько раз говорю, качай профа, блин. Ну, хули приста, там есть талант, который разгоняет. Щиток. Ну, так это надо талант прокачать, чтобы щиток на себя повесить, дай 70% скорости. Да посмотрю. Что можно? Два клыка носить. Нет. Что, сейчас лечат с первого трая, ребят, и... Потому что... Да, вы побежали, квест дается в драконьем погосте. Да. Квест... А что, они еще и квест сделали, да, короче? А этот квест не надо делать, он сам делается, просто лутаете сущность. Да, потому что я стаков набрал, Стопните, пожалуйста, флут. Лишнего флута очень много. Гурский сегодня брал. Войт, ты брал? Да, мы с ним брали по одному. Клыкач брал? Нет. Давай мне уже ластовую. Жаден. Уступи там ласт кому, чтобы потом уже не бегал. О! Больше в целыка не пойду, но. Почему не показывай? Не пойдешь у меня, ага. В основном только. Почему оно ники не показывает, а? 14 осколков. 591 душа. О. На верхний ярус. Какого? Господин уже должен был быть, не знаю, когда дома спать. Он а говорил, что ластрай, ластрай. С ДПСом хорошо. Теперь будем плавать. В воспринениях. А, это еще тактика, да, объяснение. Ой, давайте без этого, ну серьезно. Ты им что объясняешь, что не объясняй, они на практике ничего не понимают. То, что ты ему рассказываешь, это вообще... Ну тогда, если не рассказывать, мы тут и будем сидеть. Сколько? До потери пульса? До часа, до двух, основные вещи-то и все. Тут главное первое, мне кажется, фаза, остальное там. А нет, если главное нет, оскорбление. Этого не избежать. Так. Кто там не был на лече, плюс в чат. Скажите, кто плюснул. По-серьезному только. Кто не был, кто тактику не знает. Кто плюсанул? Я релоуд прописал. Далин, элемент Пимша. Джованни, потому что у меня мут просто. Угу, я понял. Джованни, ты... Джованни, тут ты в ШП. Должно хватить хила.
Я ревал. Вот посмотреть Т4 на представьте, если что-то. Кому? Локу? Или кому? Ой. Кстати, а вот эта мулька на присте, когда, когда кидаешь щит, увеличивается скорость бега, это в следующем патче или это... Не в этом. Это талант. Еще... Да. Вообще, да. Это там в холле ветке. Ну так отзываешь холик, может... Да не, это ПВПшный вообще щит. Такое в ПВЕ никто не делает, такой расклад, чтобы щит давал. Так, ну, я делал, конечно, но это мало кто ценит, понимаешь? Я посмотрю его сегодня. У Элема моментальный волк тоже считается ПВПшным, хотя на ВРСке и на Синдре он заходит заебись просто, извините. Ладно, потом уже обсудим. Почему ему не сделать этот талант и не бегать, вместо того, чтобы дохнуть? Ладно. Видишь, в чем дело? Дело в том, что когда человек хочет играть каким-то спеком, он делает все самое лучшее для этого спека. А если человек не хочет, его попросили, его заставили, он не будет, скажем, интересоваться талантами, не будет выбирать лучшие таланты. Он просто что-то вкачал, а что, как он... Если он захочет хилить, я могу рассказать. Там, какие таланты вкачать, какие лучше будут. Нет такого понятия, как заставили, блядь. Не, ну, как здесь говорится, мне сказали хилить, я хилю, значит заставили. Если бы он не хотел вообще конкретно, то он бы сказал, нет, я не умею. Я не если буду. Бы он не хотел хилить, он бы никогда не показывал свой спектр, что у него есть. Я на самом деле... Ну, Виталий, да ему чуть-чуть советовали, опять же, что вот он в ШП, почему я ему тоже говорю, а смысл ему в ШП, если у него ни профа, ни одно не вкачано, когда у него есть 4. Он говорит, почему не выдаю, у него бисовый шмот, а элементарная за профессию, ты сам знаешь, что такое, допустим, вышивка та же самая, хаста на перчатке от НЖ и все остальное. А даже амулета нет, понимаешь? Я ему предложил, говорю, проще будет в хиле. Тем а более холик это... Через 4, да? Ой, через 5-10 у меня, понимаешь? Не гоните Т10 на приста, пожалуйста, на хила. Да там как раз на холиках все заточено. Ребят, пожалуйста, вам что, ниху делать? Зачем мы сейчас этим занимаемся? А, это надо после рейда делать. Ты про что? То, что мы тратим время на то, чтобы разобраться, так... как приставить. Так я не слышу тактики и ничего не слышу. Вот здесь. Ну, быстро это, наверное, надо свешника, да? Ну, не факт. А вот 4... Просто у Холика от критов оно просто... Новенкой. Там другого тут 10 нет. Холики редко это быстро я вижу. Холики бесполезная хуета, вот что я вам скажу. Все. Да. Ладно, ладно. Ты просто RS2 спидгер еще не открыли. Просто я играл. FCL каунт. RS он. Где Тёма? На телефон говорит. Знаешь, что я нашел? Нам нужна РСК 10 хм. Ну, у нас личный бит. Не нужен лич 10 хм. Это зап. Зап? Зачем? Зачем мне тебе? Там же 260-й ты один, по-моему. Да, Рокс, они не идут. Ну, не, они есть, но эти 271-е. А те что? А те 260-е. С груля. А, те получше по статам, да? Ну, да. Так туда ты запаришься и убивать. Туда надо персов заряженных. Лича, чтобы убили. 4 шарика. Крутить, холеон. Там хоть трэша нет. Ну, трэша нет, да, но кайфово для тренировки. Ну чё, куем, чё шо? Медвей говорит по телефону. Здесь тихо, нужно соблюдение тактики. Если хотя бы одно тело умрет, это все жопа. Да, в любой десятке.
Как Freedom-то может не работать, а 25 хм?